И вот в этой логике для вот этой камарильи, которая точно так же, как в последние месяцы товарища Сталина, все эти Берии, Маленковы, там, да, вот они понимали, что очень скоро может прийти конец, если ситуацию затягивать, поскольку товарищ Сталин уже там готовит новые чистки, вот, то в данном случае здесь то чистки, я не думаю, что Путин там какие-то задумывал, просто в качестве такой чистки и катализатора выступила война с Украиной и те беды и проблемы, которые она принесла вот в понимание российских элит.